Всем привет! Еще небольшое видео. Сегодня меняем колесо. Вот мы уже поставили новое на тяговый двигатель. Сейчас будем делать обтяжку болтов. А, еще мало воздуха, наверное, да? Не накачал еще? Да, слабоват. Потому что неравномерно станет, с той стороны надо. Ну давай, я палки ставлю. Да. Ну есть, короче, на кого свалить. Да. Хорошо. А? Не, ну я же как-то крутил. А попробуй, может, так под углом немножко, а потом. О! Все равно слабо. Нормально. Так и не включил свет, а? Черт. Медленно, но уверенно. Да. А, темновато. Темновато, свет выключен. Колес выглядит без колеса. Но скоро будем устанавливать. Сейчас идет шплинтовка. Наш катаподъемный механизм. Тяговый уже на скотоподъемный механизм. Сейчас майнаем, будем закатывать. Думаю, что сегодня закончим. Открыто. Тяговый у нас уже едет вверх на свое место. Будем дальше собирать. Колесо почти на месте. Что-то с той стороны немножко не идет. Но сейчас засунем, думаю. А у нас еще не дошли поводки. А там задавить их надо, Слава. Да они еще как бы болтаются. Задавить надо. Ну, сейчас попробуем. Ну, вот колесо собрано. Все на месте, зашплинтовано, как положено.
Готово. Ну, на этом буду заканчивать. Всем пока.